нас самые красивые болельщицы, и нужно выбрать самое лучшее, поэтому проведение такого конкурса считаю обязательным. У меня опыта нету в подобных мероприятиях, пока честно, не знаю даже, что нас ожидает. Самое тяжелое? Я не знаю. Кстати, я не знаю. Мисс Артистизм, кажется, или артистичность, как-то так. Самое главное – это быть просто в себе уверенной на конкурсе, и все. Все, что бы там ни происходило, самое главное – все делать уверенно, даже лажать. Я буду один из тех, кто будет выбирать эту самую красивую и самую лучшую. Вчера я боялась, что сегодня мне будет страшно выходить на сцену. Сегодня пойду и, наконец-то, первый раз за неделю нормально поем, потому что у меня 3 килограмма уже ушло. Ну, посмотрите на этот стадион. Ну, почему «Спартак»? Вот поэтому. Вот потому что здесь эти люди, потому что здесь эта энергия, эти эмоции, потому что здесь вот такая история. Это невероятный клуб с очень интересными истоками, фундаментом, в нем все. Вот вы вот стоите и вот чувствуете вот это, вот за это «Спартак». Больше ничего нет, я не знаю ничего больше.